Первый канал. Русское радио. Представляют. Добрый вечер. 9 октября 2004 года, суббота. Прямой эфир из Москвы. Главное музыкальное событие недели. Ну ладно, Роджера выгнали с фабрики, но Жанну Фриске, эту святую девушку вообще, за что, куда катится мир, скажите мне, пожалуйста. Я сегодня не один, не бойтесь, это со мной будет тоже прекрасная незнакомка, она появится после первой песни. Ну а пока, как всегда, я надеюсь, вы приготовили свои телефоны, у вас есть 3 минуты. И что главное в нашем хит-параде нужно делать? Звоните! Совершенно верно, все решают только ваши звонки. Признаюсь вам честно, что сегодня идет очень жесткая борьба, на каждой орбите результаты совершенно разные. Если Сибири нравится чай вдвоем, то Урал голосует за Надежду Кадышеву, а Верка Сердючка лидирует на Сахалине. Все решают только ваши звонки. Лучшие позиции прошлой недели. Любэ по высокой траве 5-е место, на 4-й позиции Никита Малинин «Котенок». 3-я строчка уже 3-ю неделю подряд у Глюкозы и Верки Сердючки «Жениха хотела». На 2-й позиции «Чай вдвоем. День рождения». И 1-е место 7-ю неделю у Ираклия «Лондон. Париж». Сообщение от Советского информбюро. Ираклия сегодня не будет. Мы сказали ему до свидания, и вы увидите его 11 декабря в Кремле на финальной церемонии «Золотой граммофон». Зато у нас новые патроны в обойме. Это премьеры Александр Грин и Надежда Кадышева, а также Александр Буйнов, Оля Орлова, премьер-министр и Валерия. И открывает нашу концертную программу Надежда Кадышева. Премьера «Широка река». Урал называет это лучшей песней недели и ставит ее на первую строчку. Надежда, сейчас мы увидим ее, покажите нам, камера установлена за кулисами. Надюша, вы такая зажигательная, просто зажигалка настоящая. Как ему это удается? Почему у тебя такое хорошее настроение? Ответьте нам, а? Надюш. Надя! Здравствуй, Андрей. Дело в том, что праздник создается очень просто. Сейчас много всего, знаете, в мире творится, но главное, надо радоваться жизни, любить жизнь, никогда не отчаиваться. И всегда будет все хорошо. Главное, верить в это. Я побежала на сцену. Давайте, удачи! Широка страна моя родная, широка река! Надежда Кадышева, премьера! Лучшая песня Урала недели! Поехали! Не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет. Полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит. Конь чернее, чем ночь, у огня стоит. Бьет копытом он, ищет седока. Оттолкнул тот конь наши берега. Длинный
глубока река. Не доплыть тебе с того бережка. Тучи низкие прячут лунный свет. Полететь бы мне, да вот крыльев нет. Во сыром бару злой огонь кипит. Конь черней, чем ночь, у огня стоит. Идет копытом он, ищет седока. А толкнул тот конь наши берега. Постучалась в дом боль незваная. Вот она, любовь окаянная. Коротаем мы ночи длинные, нелюбимые с нелюбимыми. Постучалась в дом боль незваная. Вот она, любовь окаянная. Надежда Кадышева и балет «Фридрихштадт Палас». Широка река и специальная гостья в нашей программе — замечательная актриса Катя Никитина. Премьера фильма «Московская сага» на Первом канале. Катя исполняет главную роль в картине. Добрый вечер. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Скажи мне, «Широка река» у Надежды Кадышевой, но и «Широк» ваш фильм, он тоже не маленький. «Широк» — грандиозный проект, 24 серии. И огромное количество актеров вообще, все поют. Да-да-да, самые любимые ваши актеры, самые-самые. Огромное количество песен исполняют их Кристина Арбакайте, Алексей Кортнев, Инна Чурикова и многие другие. Иосиф Кобзон, я знаю вас тоже. Иосиф Кобзон, да. Ну что, смотрим на результаты голосования по Надежде Кадышевой. Сколько людей в центральной еврейской части России не хотят спать с нелюбимыми, как поет она. Ух ты! Да, да, да. 36 572 голоса. Вот так. Все хотят только чистой, широкой, светлой любви. Ну что, Александр Буйнов, Саша Буйнов, песня «Зажигаем у Черного моря» продолжает наш субботний концерт. Девочки из Донецка пишут нам, что они как всегда с нами, как всегда голосуют. Три сердечка посылают нам. Девочки, спасибо огромное. Сейчас будем зажигать у Черного моря. Даже если вам еще не дали отопление, это нужно сделать. Сможет ли зажечь огонь в ваших сердцах Александр Буйнов? Все покажет ваше голосование. 3 минуты. Буйнов, поехали. Улетают на юг, самолеты улетают от юг, самолеты нас с тобой унесут, где счастье, е-е. Где ласкает нас песок золотой, где нашли мы это счастье с тобой, где закаты провожают от нас ненастье. Зажигаем у Черного моря, зажигаем мы вместе с тобою, зажигаем на свете нас двое, отрываемся вместе с тобой. Зажигаем у Черного моря, зажигаем мы вместе с тобою, зажигаем на свете нас двое, отрываемся вместе с тобой. Бриллиантами блестели мечты, для меня на свете есть только ты. И на ушко я тебе прошепчу, родная, ага. Море, солнце нам подарит с тобой тихий вечер и прекрасный прибой. Позови, я пойду за тобой, я знаю. Зажигаем у Черного моря, зажигаем мы вместе с тобою. Зажигаем на свете нас двое,
отрываемся вместе с тобой. Зажигаем у Черного моря, зажигаем мы вместе с тобою. Зажигаем на свете нас двое, отрываемся вместе с тобой. Зажигаем у Черного моря, зажигаем мы вместе с тобою. Зажигаем на свете нас двое, отрываемся вместе с тобой. Ой, ой, зажигаем у Черного моря, зажигаем мы вместе с тобою. Зажигаем на свете нас двое, отрываемся вместе с тобой. Александр Буйнов, зажигаем у Черного моря. Андрей, вот да. Ты зажигаешь, зажигаешь. А Ксюша из Эстонии прислала, между прочим, сообщение. Что она хочет? Чтобы ты говорил помедленнее. Вот так. Уважаемая Ксюша, если я буду говорить медленно, мы ничего не успеем, и спутник у нас уйдет. И тогда вообще мы даже не подведем никакие результаты. Поэтому нужно спешить, нужно смотреть. И давайте посмотрим, как вы проголосовали за Александра Буйнова. 27 203 звонка. Вот так за 3 минуты получает Александр. Зажег, правильно. Ну что, скажи, пожалуйста, а вы снимали этот фильм? Это же целая сага. Там действие происходит не только в Москве, но и в ГУЛАГе. Ездили в Сибирь снимать или как? Нет, мы построили замечательную декорацию в Нахабино, в воинской части. Все очень выглядит натурально, естественно. И понятно. А по фильму ты влюблена в Кортнева, правильно? Нет. Это Кортнев меня влюблен. А, Кортнев тебя влюблен. Да. Понятно, все понял. Итак, Ольга Орлова, мы говорим сейчас о «Московской саге» 11 октября, премьера. Ольга Орлова, «Я буду петь», так называется ее композиция. Сможешь ли, Ольга, попасть в пятерку? Как всегда, все зависит от решения центральной европейской части России. Поехали. Синей птицей
Украина тоже сегодня стали нас атакует сообщениями в интернете. Говорит: Андрей, если нет Ираклия, то может быть ты сам споешь «Лондон-Париж»? Может быть ты споешь песню «Лондон-Париж»? Не хочешь? Нет. А ты с кем бы хотела спеть в дуэте? Я бы хотела спеть с Андреем Макаревичем. О, с Андреем Макаревичем. Нет, «Лондон-Париж» мы исполнять сегодня не будем. Это в Кремле услышите. Итак, результаты голосования по Ольге Орловой. Я буду петь. Итак, 31 075 голосов. Очень-очень неплохие результаты у нее по центральной украинской части России. Следующая песня называется «Два билета». В лето. В лето. Эти билеты нам предоставляет группа «Премьер-министр». Но прежде чем мы дадим отчет голосованию, Алексей Мызин у нас обычный герой, вы знаете. Он всегда на дискотеке. Парень, который зажигает и всегда кричит: «Андрюха!» Или там «Владивосток!» Он заболел, он играл в футбол и разбил себе лицо, лежит сейчас в реанимации. Поддержим Лешу, да? Давайте. Вот так. Тут все кричат за тебя, Лёха. Мы тебя ждем на золотом граммофоне. У тебя всегда есть билет на граммофон. Премьер-министр, голосуем. Подхватимся. Итак, сколько у нас осталось? Не вижу. 12, 11, 10, 7, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Еще 2, 1. И вот только сейчас вы считаете быстрее, чем бегут часы. Голосование по премьер-министру закончилось. Если бы у тебя была возможность куда-нибудь лететь, ты куда бы выбрала? Куда бы поехала? На Лазурный берег. Понятно. Хороший вкус. 31 942 звонка у нас, но впереди еще тяжелая артиллерия в лице «Чай вдвоем», Верки Сердючки и Валерии. Спасибо, что продолжаете нас смотреть. 55 минут с начала часа. Катя Никитина, наш специальный гость. Добрый вечер еще раз. Спасибо. Добрый вечер, добрый Московская вечер. Сага с понедельника. На Первом канале в 21.30. Правильно. И футбол 4-0. Вот так мы сделали сегодня сборную Люксембурга. Представляешь? Сычев молодец.
Кто сейчас у нас выступает? У нас выступает Сердючка и Глюкоза. Жениха хотела. Я думаю, что к визиту Леонида Кучмы, который приехал сегодня 5 часов в Москву, эта песня посвящается. Он и его команда сейчас возьмут в руки телефоны и тоже в Новогорево проголосуют за этот эстрадный дуэт «Россия-Украина». Поехали! Жениха хотела. Миша из Израиля очень беспокоится о семейном положении Глюкозы. Замужем ли она? Дорогой Миша, не знаем, как насчет Глюкозы, а вот то, что Лолита меняет свое имя и фамилию ради мужа, это достоверный факт, и сегодня все об этом только и говорят. Ну что, Кать, смотрим на результаты. Результаты? Результаты, результаты. 32 188. Вот такое количество он нам позвонил. Ну что ж, совсем неплохо. Что ж, идем дальше. И давай представим нашего следующего исполнителя. А следующий исполнитель – дебютант золотого граммофона Александр Грин. Молодой и очень талантливый певец. Его новая песня называется «Притяжение». «Притяжение». Музыка Рика Аказика, слова Сергея Архипова «Притяжение». Голосуем. 3 минуты. Поддерживайте. Я мысленно
просто пою. И тогда мотив родит в тебе притяжение движений. Хоть на мгновенье притяжение движений. Песня о главном притяжении, премьера недели и... Результаты. Результаты. 24 114 голосов. Дарит ему центральная европейская часть России. Марк из Нижнего Новгорода пишет. Андрей, ты вообще зашел с ума, ты забыл о главном на этой неделе. О дне рождения нашего президента Владимира Путина. Вообще, ты знаешь, какого числа день рождения президента? 7 октября. 7 октября? 7 октября. Как, ты хорошо подкована, как ты запомнила? А я запомнила, потому что 7 октября еще день рождения автора сценария киноромана «Московская сага» у Натальи Виолиной. Вот так. А как зовут собаку президента? Кони. Кони, молодец. Кони. 5 баллов зачет дан. Мы идем дальше. «Чай вдвоем». «Чай вдвоем», «День рождения», так называется песня, которая лидирует сегодня по стране. Не знаю, поддержит ли эту идею центральная европейская часть России. Кстати, Марк из Нижнего Новгорода, ты знаешь, что сегодня день рождения у Бориса Немцова? Ему сегодня 45. Поехали. Поздравляем. Воскресенье, день рождения у тебя. Поздравляю, твои лучшие друзья. С утра подарки, телеграммы, звонкий смех. Сегодня праздник для всех. В руках букеты, твои слезы на фольге. Обнимет мама, но трудно боль держать в себе. Вокруг веселье, каждый хочет дать совет, но его рядом нет.
Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществилось желание. День рождения твой. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществилось желание. День рождения твой. День рождения твой. Гости дома, за исключением одного, ни звоночка, ни записки от него. Жизнь прекрасна, тебе совсем немного лет, но его рядом нет. Ты погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществилось желание. День рождения твой. Погасила свечи, загадала желание, чтоб в этот вечер он пришел на свидание. Этот вечер он провел с тобой. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только что осуществилось желание. День рождения твой. День рождения твой. День рождения твой. Сейчас все женское население России было особенно активно в голосовании. Итак, давайте посмотрим, что вы подарили ярким представителям питерского дуэта, ярким представителям отечественного шоу «Бицепса». 34 809 голосов. Минут с начала часа. Это прямой эфир из пятой студии в Москве. Золотой граммофон. Специальный гость программы Катя Никитина, актриса, исполняющая главную роль в фильме «Московская сага». Премьера в понедельник на Первом канале 21:40. Не пропустите. Катя, ты знаешь, у нас есть интересное сообщение от Наташи из Котлоярова. Она пишет, что в интернете, что когда она слушала песню «День рождения», она плакала. С ней была такая же история. И всю рекламную паузу она рыдает и не может остановиться. Наташа, милая, не плачь. Не плачь ты, пожалуйста. В фильме «Московская сага» я оказываюсь в ГУЛАГе. Поверьте, это еще страшнее. И сейчас на сцену выходит группа «Любэ» и офицеры группы «Альфа». У них пятая строчка на прошлой неделе. Удержатся ли они в горячей пятерке? Все зависит только от вас. Не отправляйте их в ГУЛАГ. Голосуем по высокой траве. Высокой, высокой траве я пройду.
Пятое место прошлой недели, прежде чем мы объявим результаты. Катя Никитина, вопрос. Скажи, вот ты же вела киноцеремонию однажды в эфире Первого канала. Ника, 14-я церемония. Это вообще сравнимо с «Золотым граммофоном»? О, нет, там совсем другая атмосфера, совсем. Здесь более все расковано, все зажигают. Понятно. Ну что, смотрим на результаты группы Любэ. 36 172 голоса. Дарит центральноевропейская часть, и мы идем дальше. Мы идем дальше. Никита Малинин. Никита Малинин сегодня заменяет Ираклия, которого мы отправили на финальный концерт, на концерт в Кремль. У него четвертая позиция прошлой недели, но положение шаткое, должен я вам сказать. За него очень плохо голосовала Сибирь. Приморье дало ему немного очков, и все зависит, конечно, только от вас. Кстати, ты слышала, что не только «Московская сага» выходит, но и Халли Берри и Шерон Стоун в роли женщины-кошек появляются. Я думаю, эта песня посвящается Халли Берри. И Шерон Стоун. Котенок Никита Малинин. Я тебя зову, ты не знаешь. Я к тебе лечу, ты все выше. Я тебя хочу, я весь для тебя, котенок. Ты уснешь со мной на моих руках, ты не знаешь.
где-то в облаках. Я весь для тебя, котенок. Пусть им говорят, ты не для меня. Маленький ты мой ребенок. Я люблю тебя. Ты всегда со мной в моем сердце. Я сейчас взлечу прямо к звездам. Для меня открой свои дверцы. Я тебя хочу. Я весь для тебя, котенок. Ты уснешь со мной на моих руках. Ты еще совсем ребенок. И еще Париж где-то в облаках. Я весь для тебя, котенок. Пусть им говорят, ты не для меня. Маленький ты мой ребенок. Я люблю тебя. Шерон Стоун и Хали Берри, я думаю, они не звонили, но все любители кошек набирали телефоны, налили кошкам валерьянки и голосовать. Смотрим на результаты по Малинину. 34 604 голоса. Следующая наша песня посвящается работникам 5-го отделения ГИБДД города Москвы Алексею и Андрею. Пишет нам Наташа в интернете. Обязательно пусть Валерия споет песню «Отпусти меня» для всех работников ГИБДД и для них лично. Андрей, Алексей, взяли в руки телефоны и голосуем за Валерию. «Отпусти меня», говорит она. Мы не отпустим ее без голосования. Отпусти меня сейчас или отпусти навсегда.
Умница, мать-героиня Валерия, отпусти меня! Сколько глаз! Давайте посмотрим, хотят ли ее отпускать или нет. Центральная европейская часть России дарит ей 38 223 голоса. Это лучший результат по центральной европейской части России. В эфире «Золотой граммофон». Мы на финишной прямой. Начинается самое интересное из Кати Никитина. Мы готовы объявить результаты с 10 по 1 место. На 10 строчке. Премьера недели. Александр Грин. «Притяжение». 35 572 голоса по стране. 9 позиция. 9 строчка у... Александр Буйнов. «Зажигаем у Черного моря». 38 954 голоса. На 8 строчке на этой неделе расположилась... Слово. Я буду петь. 49 532 голоса подарили вы ей. 7 позиция недели у... Премьер-министр. 2 билета в лето. В летом они остаются. 49 963 звонка получили они по стране. На 6 строчке кто выбывает? Никита Малинин, «Котенок». Шерон Стоун не помогла. 62 321 звонок получает Никита. И вот горячая пятерка, которая переходит на следующий раз. 5 место. Любые и офицеры группы «Альфа» по высокой траве. Они задержались. Вы сделали это. 63 979 звонков. 4 позиция недели у... Сердючка и глюкоза. Жениха хотела. Они перемещаются на одну строчку вниз. 68 424 звонка. Бронзовые медали. 3 место у... Чай вдвоем. День рождения. Да, они были лучшие сегодня в Сибири, но центральная европейская часть дает им только бронзу. 68 980 75 звонков. Серебро, второе место. Валерия, отпусти меня. 70 751 голос. Валерия не входила в пятерку в некоторых регионах вообще. Вы помогли ей. И первое место. Сенсация. Премьера недели и золото у... Надежда Вкадышева. Широкая река. 76 616 звонков. Похоже, в стране наступает ренессанс Софии Ротару и Надежды Кадышевой. Вот это да.